И снова здравствуйте, всем привет! Blender 2.81, и вопрос состоит вот в чем. Персонаж имеет текстуры уже, все, развертка у него есть, но когда вы загружаете, он выглядит вот в таком вот виде. Почему? Здесь два варианта. Или вы переносили файлы с папки в папку, допустим, или у вас развертки находятся в другом месте, вынесены, допустим, из папки, в которой находится вот этот вот ваш персонаж. И что нужно сделать? Вот таким вот образом файлы находятся отдельно от папки. И если вы перенесете файлы назад вот в эту папку, смотрим, что получится. Открываем персонажа, он все равно вот находится в таком состоянии. Нужно теперь зайти в шейдинги. И вот здесь, где у вас есть текстура, вот это image, называется она image текстуры, нужно просто сюда нажать на папку и подгрузить эту текстуру. Находим ее. Так, тумб. Вот эта вот развертка. Ну и также выбираем другую. И находим шлем. Вот он, шлем. Вот теперь все нормально. Вот такая штука, вот так все исправляется. Также можно, если у вас нету вот этой вот image текстур, давайте ее так отсоединим. И удалим. Delete. Вот теперь на каске нету текстуры. Ну и здесь в шейдингах тоже ее нет. Вариант такой. Заходим в материалы. И вот здесь находим Base Color. Нажимаем галочку. Находим Image текстуры. Нажимаем Open. И находим, где находится ваша развертка. Вот это все дело подгружаем. Вот таким вот образом. Второй вариант. Так, еще где найти вот эту image, если не вот в этой вкладке материалы. Также отключаем. Можно ее удалить. Delete. И находим вот эту вкладку Add. И находим текстуры. И находим image текстур. Подгружаем. Подключаем колору. Вот так. И находим опять же Open. И находим вот эту развертку. Все, вот она подгружается и становится на персонажа. Вот такое решение проблемы. Все, всем пока, до свидания.